Декабрь – один из самых напряженных месяцев в году. Приходит время подводить итоги, сдавать недовыполненные планы и настраиваться на будущий год. В суматохе дней можно не почувствовать настроение самого долгожданного праздника – Нового года. Поднять настроение заводчанам взялись специалисты отдела номер 37 в СМПО. Все цехи украшаются, все кабинеты украшаются. Ну вот, и мы тоже выпустили приказ о новогоднем оформлении проходных. В этом году дополнительно будет украшаться проходная цеха 29, потому что там никогда не украшалось, а сейчас люди ходят там очень много. Специально для 29-го был приобретен новый новогодний реквизит. После подготовки площадки и выведения электричества Дед Мороз занял свое место между новых елей. Под зорким оком охранников 15-го цеха он порадует заводчан до середины января. Деда Мороза мы поставили, туда заложили вовнутрь килограмм 250 песка. То есть при любом напоре ветра он уже никуда не денется. Сейчас мы его надуем, сделаем растяжечки, и до старого Нового года он никуда не убежит, я так думаю. Там в нем вставлен компрессор, который постоянно на него нагнетает воздух, за счет этого воздуха и держится. Электрики цеха номер 6 в течение нескольких дней производили монтаж гирлянд на проходных. Старые и перегоревшие были заменены на вновь приобретенные. Заменили украшения и на центральной проходной. Выросшие за год елочки оказались маловаты для прежних гирлянд. Ну а пропускной пункт 29-го цеха станет новым местом для предновогодних фотосессий.